тестовый режим, это хорошо или плохо? Возможно, хорошо. До этого не ездил за границу, поэтому, скажем так, ближайшее будущее покажет, насколько оно действительно станет проще. Безвизовое, да? Так то, понимаешь, какое дело? Надо первое дело, чтобы люди зарабатывали гроши. А что ж они, елки-зеленые, эти, у них деньги, они ездят и так. Были бы у меня деньги, я и без визы поехал. Ну, я так скажу, что кто хотел ездить за границу, тот и с визой, и без визы ездит. Ну, я вроде не планирую никуда ехать пока что. Я думаю, что Европа будет принимать нас такими, какими есть, и, в принципе, помогать нам развиваться. Чтобы куда-то ехать, надо деньги иметь. К сожалению, с нашими коммунальными услугами. Я думаю, что нужно аплодировать будет нашему правительству, когда простой украинец будет жить достойно. Но мне кажется, что европейцам нужно становиться не благодаря или вопреки без визу, а в чем-то другом. В проявлении не выбрасывать мусор, выбрасывать его в урны, относиться к людям немножко иначе, менять что-то, начиная с себя. А примут без виз или нет, это не имеет никакого значения, на мой взгляд. Мы живем на Украине, нам никуда не надо ехать. Мы любим свою Украину и никуда не едем, и никогда не поедем.